Итак, Бенджамин, остался еще один вопрос, который мы задаем всем стажерам. Пожалуйста, подумайте как следует, хорошо? Каким вы себя видите через 10 лет? 80 лет. Помнишь, мы обсуждали программу старших стажеров? Старшие классы или курсы? Нет. Старшие по жизни. Погоди, что? Основательница и директор Джулс Остин. Может, совет какой есть? Моргайте. Моргать? Она терпеть не может, когда человек не моргает. Здравствуйте, Джулс. Я Бен, ваш новый стажер. Рада, что вы видите иронию ситуации. Сложно не увидеть. Я отправлю вам задание по электронной. Буду ждать, сэр. Простите, ради бога. Извините. Фильм «Нэнси Майерс». Вы новый шофер Джулс? Нет, вообще-то я ее стажер. Вот это прикол. От сценариста и режиссера «Любовь по правилам небес». А Бен не филонит. Мистер Конгениальность. Его все любят. Одеваться надо со вкусом, заправить рубашку. Почему нынче никто ничего не заправляет? Я тебя спрашиваю. Я Фиона, массажист. Бен. Ну как тебе, Бен? Очень приятно. О, боже. Держи. Не такой уж ты и старый. Warner Brothers представляет. Так ты в Фейсбуке есть? Уже минут 10 как. Лучше поздно, чем никогда. Это вопросы для твоего профиля. Отвечать можно по желанию. Например, кто тебя вдохновляет? Джулс Остин. Ты меня вдохновляешь, Джулс? Наши инвесторы считают, что обязанности директора тебя слишком перегружают. Где мне научиться быть директором? Этой осенью. У меня в жизни никогда ничего подобного не было. Прекрасный, удивительный опыт, который дала мне ты. А кто молодец? Кто? Роберт Де Ниро. Неплохо. Энн Хэтуэй. Приятно знать, что рядом тот, на кого можно положиться. Ведь ты мой... стажер. Ну, я собиралась сказать стажер и лучший друг. Стажер. Смотрите и учитесь. Вот кто крут. Ну как за одно поколение мужики перешли от Джека Николсона и Харрисона Форда к... О боже. Скоро в кинотеатрах.